Всем привет! Вы на канале Веконста. Выбрался на рыбалку. Поменяли мы место дислокации. Кто узнает, это миля. Тут я поставил уже тычки вместе с палочками. Также вместе со мной приехали еще ребята. По машине, я думаю, вы узнали. Стик, Барди и Донбасс Фишинг. Так, вот у нас Донбасс Фишинг. Привет! Они уже тут ведро рыбы наловили. Только пустое, одна шелуха. Два сани и Стих Барди. Всем привет, ребят. Привет-привет. Мы уже съели ее. Сейчас будем скоро кушать. Вы же говорите, приезжайте на рыбалку только покушать. Ну ничего страшного. Да, ведрами едим. О, такими большими. Будем сегодня... Парни утром приехали, уточек наловили. Дичь. На обзоре у нас филе куриное будет, и я достану немножко попозже бедра. И мое сало будет самое вкусное. Ну, посмотрим. По поводу дороги. Дорога раскисшая. У кого низкий клиренс, то можете даже не соваться. Здесь как бы не сильно видно еще. Опять же, жук, таврия и кореец. На УАЗике, да на Ниве вы 100% заедете, а там дальше, ну, ямы где-то в колено. Так, ну здесь мы и заезжали, вот как раз мои следы. Как-то потихонечку, не спеша, выкарабкивались. Да, вот. Резина зимняя стоит, поэтому проблем особо не было. Тут что слева, что справа одинаково. Тут УАЗик вообще дорогу разбил. Поэтому, прежде чем ехать, обязательно выбирайте правильный маршрут. Вот, смотрите. И грязь, вот, смотрите. И грязь такая вязкая. По морозу будет немножко попроще. Ну, лучше не рисковать. Там ямы еще больше. Уже идет приготовление еды полным ходом. Филе замаринованное в чем? Это по спецрецепту. По секретному. Да, у меня кафешка своя, да. Приправа особенно я покупаю на рынке, мне сборник делают. Ага. Того, всего. А так что там что пить? А, слышите, как пахнет, да? А. Ага. А. Песня. С этой фразой скоро они тебя кирпичами в тебе. Отлично, отлично. Ладно, не будем вас сильно дразнить. Тоже берите вкуснях и присоединяйтесь вместе с нами. А мы еще пару часиков и будем раскидываться. Ты любишь меня поймать на момент. Ну что, потихонечку сносим наши тормозочки. Вкусняшки! Сейчас на низ это все поставим и как раз будем пробовать. У нас, знаешь, брезент расстелить. На брезент? Так, на сулочке сесть, это прям покрыть брезент. Ну давай на брезент постелим. Делаем небольшой стол. Да, если у вас какая-то есть возможность помочь на развитие канала, ссылочки внизу будут в описании. Так что милости просим, потому что в принципе на земле тоже можно. О, смотрите. А, пахнет тоже? И там пахнет. Ух ты. Ёлки-палки. Красотища. Ну все, сейчас садимся. Сейчас садимся. Здесь у нас пицца. Огурцы. Горчица у нас тут такая. Ну и тарелка, лук. Сало, все как по методичке. Зеленый еще лучок. Ни хрена себе! И тут сразу поклевка с сомика. Миха, любишь ты, короче? Да, люблю показывать еду. Так что давайте, присоединяйтесь. Всем приятного аппетита. Больше дразнить вас не будем, потому что я знаю, вы и так все побежали к холодильнику. Все, давайте, мы тоже кушаем.
Но не увлекаемся. Надеемся хотя бы хоть что-то поймать. А нет, то не повезет. В следующий раз повезет. Ну что, перекусили немножко. Сейчас время у нас 3 часа. На что сегодня я буду ловить? Буду ловить на вот такие вот кормушечки. Вес 70 грамм. Кидать здесь нужно чем дальше, тем лучше. Поэтому будем пробовать. Палочки у меня собраны. Кто не знает, Кайда. Партнер Карп 3.9. Кайда HGC 0280 катушка и кайдовские сигнализаторы. 0.28 леска, 0.3 шок лидер, Climax и Power Pro. Все, сигнализаторы есть. Что касается снасти, кормушка вот такая, жесткий монтаж. Здесь у нас сверху крючок и снизу. По стандарту будем забивать манно-гороховую кашу и пробовать различные виды кука. Сейчас скоро будет темнеть, будем потихонечку раскидываться. Что касается соседей, ни одной поклевки за целый день я не услышал. Пару раз пикнуло, ну то, наверное, волну. Ладно, будем пробовать, а там уже будет видно, что у нас будет получаться. Ради прикола хотим замерить. Вот Саня сейчас будет у нас кидать кормовым удилищем для спомба. Груз 125, катушка у нас 6000-ная, флагман. И вот такое удилище Кайда Спот 5 ЛБ 3.9 13 фунтов. Сейчас мы замеряем, насколько же грузик улетает. Небольшой тест. Почти вся леска ушла. Так, дугу вымотали. Будем сейчас пробовать. И на ноль сброшено. Да тут даже и так будет понятно. Она даже не гнется. Она не гнется. Сто один? Угу. Что-то как-то, мне кажется, наверх у тебя пошла. 101 метр. Угу. А я не вижу, где она упала. А потому что интереснее пошла. Если в прошлый раз она высоко ушла. Ага. А это вдоль. Мы ее даже видели, как она пошла. Это явно дальше полетело. Не, ну так это равносильно, что мы сейчас на 3 ЛБ поставим грузик, как на нижней крынке, 25-30 грамм, и начнем кидать. Надо проще делать, надо просто колышки у нас есть, на колышках кинуть, зафиксовываться. 120 метров, и клипсы поставить, и туда уже. Но она не гнется, ее нереально сломать. Не, ну, блядь. Ну, с этим грузиком вряд ли ты сломаешь. Это с помпой, помпа дальше полетит. О, уже 113. Ну, грузик слабенький. 113 метров, вот. Так и катушка, давай начнем с пуля. Катушка 6000-ная. Ну. 113 метров. Хорошая пуля. Нет, а он сильно тяжелый будет. Да, да, он маленький. Нет, это мини. Мини. А, ну, это мы для фидера сюда.
Это мы для фидера сюда. И все равно он перед ней полетит. Ну да. Сейчас посмотрим. Сейчас глянем. Песком, говоришь. Ну да, песочек потяжелее будет. Да немного его сып. Да он, я думаю, не тяжелее будет этого. Ладно. А ты весы не брал? Сколько весит? Сейчас. Видел? Что за тупой этот? На нижний давай. Влазит. А ну покажи. 190. Вот, по-моему, 190. Угу. Ну попробуй. Так а у нее вообще какой граммах? 350. О, уже начинает отрабатывать бланк. Да, видишь уже. Угу. Весом давит. Это же флигер выдержал. Он там уже не новый. Где-то метров 90. Это открылся. Сколько? С помп открылся. 106. Нормально. Отлично. 106 метров. Это альтернативный способ с помба. Продавать будем. Альтернатива рогатка. Хорошая штука. Мы сами сделали. Она делается, да, легко. Нет, ты все равно закармливать будешь, да? Ну да, это парашют. Интересно. О, поиграться, да? Пока одну цацку достал, пока вторую, вот уже и вечер. Смотри, как она работает. Там вообще все просто. Понял, соскочила на этот и закормить. Видел? Вот они 90-100 метров. Да, там 100 метров есть. Вот мы сейчас помним. Да, да, 100 метров. На 100 метров. Все просто. А вот сами они недалеко идти. Не, вот смотрите, я увидел, там мы доработали немного. Там было широко, мы сделали узенькие эти вот. А я думал, что рогатка вначале, понял? И я думал, рогатка. А так этот стреляешь, да. Ну, похоже. А так тоже. Прикольно. Ну, вот вам и лайфхаки. Когда надо быстро закормиться. Пока надо, а это шары налепили. Закидали. Только подавай надо. Да, да. Ладно, будем скоро кармачки наши закидать. Да. Пришло время наживляться. Уже темнеет. Будем ловить на кук мед и укроп. Наживляем. Не спеша. И будем забрасываться. Забиваем кашу в кормушку, чтобы ребра были еле видимые. И будем ловить. Ну вот и кормачки наши готовы. Три палочки заряжены. Сейчас моем руки. И будем забрасываться.
первая есть. И так и остальные. Поклевка. Ничего нет. А нет, что-то есть. Ну, маленькая. Первый. Я поздравляю. Да, сделал. Давай гони соточку. Ну, такой ладошечный карасик. Побольше. Вася будет доволен. Да ну, такого можно и пожарить. Конечно. А как же? Сковородочный называется. Сковородочный карась, да. Да. Натянул, я думал, подлещик, а не. Натянул, да? Натянул жестко. Видишь, вот такой вот подошел. Карась. Опустила. Что-то мелкое. Как карась. Давит вниз. В зацеп, чтоб не зашел. Карасевич. Ну, за верхнюю взялся. За вторую взялся. Верхнюю. Так, вот. Вот такой карась. Это чуть побольше. И уже обкакался. Ладно, рыбачим. Поклевка.
уже небольшое что-то. Подлещик. Засолистый. Что касается клёва, последние новости, вообще перестала клевать. То есть по всему берегу ни одной поклевки. Ну что, если на то дело пошло, будем применять тяжелую артиллерию. Будем ставить на три удочки, три макушатника. Один, второй и третий. Ну и пусть до утра стоят, чтобы кашу не перенаживлять каждые 1,5-2 часа. Может быть, на макушку что-то и возьмет. Пробуем. Вставляем в петлю, чтобы петля как раз была в этих пазиках. И затягиваем петлю жестко. Все. Сделал я 2 крючка, 4 много, чтобы не путалось. И сейчас вместе с этим грузилом будем забрасывать. Вот, вот так. Вот и подошла наша рыбалка к концу. Больше я не поймал ни одной рыбы. Ну, если вам понравился этот видеоролик, вы знаете, что делать. Лайки ставьте на канал, подписывайтесь. Всем пока-пока.